Вот если нагнетатель будет, сколько будет? Ну, да еще рассчитан по 350. Это специально для экстремального пассажира, да? Ну да, просто как бы. Да, просят. Но у нас уже есть пассажир. Ну да. А, ну, в смысле, это нормально. Это нормально для такого двигателя. Я надеюсь, меня не рубанет. Итак, всем привет, пацаны. С вами, как всегда, Сергей Резниченко. Я продолжаю тему дрифта. И в этом видео яркий представитель этой культуры – Волга. Удивительно, что Волга. Все обычно берут классику, но хозяин решил выделиться, и у него это очень хорошо получилось. Все подробности будут в видео, а также фрагменты, где он участвует в соревнованиях и просто дымит, радуя прохожих. Я надеюсь на вашу активность, дорогие зрители, поэтому важно узнать ваше мнение о Волге и вообще об этом проекте. С радостью поотвечаю вам в комментариях. Что же тянуть? Поехали, ребята! Пока что реклама. Сегодня я хочу порекомендовать вам канал «Парни из Сибири». Они тоже занимаются тачками, «Жигулями» и не только. Например, на данный момент они делают проект «Боевая классика», строят шестерку в стиле БК и готовят ее для дрифта. На их канале вы можете увидеть не только интересные, но и полезные видосы. В общем, парни делают действительно гонды контент. Они только начинают развиваться, и поэтому я прошу вас забежать к ним на канал, глянуть несколько видосов и поддержать ребятам лайком и подпиской. Пацаны, все ссылочки будут в описании. Мы имеем Волгу, и не просто Волгу, дрифтующую Волгу. Так, а ты какой-то клуб представляешь? Можешь мне там пропить что-нибудь? В принципе, да. У нас два клуба, но второй клуб еще наклейки нету. Угу. А так, город Грозный. Грозный? Да. У нас, наверное, там бываем. Ребята очень отличные. Очень интересно было даже ездить. Очень много раз там был. Вообще шикарно. Камера, блядь. Блин, дождь вообще не в тему. Так, давай пройдемся по основному. Двигатель сначала. Волга. Давай откроем, покажем. А он так и... Ага, не, он так не откроет. Так, я вот так, чтобы дождь не... Так, ну расскажи давай, вот что здесь вообще стоит. Тут волговский мотор, грубо говоря, по документам все официально. Ага. Обычный заводской мотор. Была установлена трубовая голова. Таких голов очень мало, это очень редкость. Были установлены валы, как всегда, как полагается, спортивные. Были, также он расточенный под предел. Потом форсунки тоже. Ресивер. А? Форсунки бошевские тоже. Сейчас мне должны друзья подарить еще одни форсунки, еще мощнее. Потом здесь мы установили нагнетатель с крузака. Но в данный момент еще как он выключен, то что нужна программа. Да, где он все чуть-чуть? Вот он, нагнетатель. Нифига себе! Да, это лучше как бы турбина, но турбина тоже неплохо, но за, как бы, тут они требуются не масло, ничего, не свое масло. Да, практично. И как бы ни нагрузка, но двигателя нету. Так, по топливу что здесь вообще? Топливо. Насос бошевский стоит, также максимальный, самый хороший. Потом, ну, фильтратор, все хорошее, все ставится, конечно. Так, по выхлопу вообще? Выхлоп стоит 76-я труба от карданов, потому что не было ни тонкого металла, ничего. Пришлось брать кардан, резать, и у кардона, По документам все 52. Интересное решение. Интересное решение, говорю. Да. Чтобы двигатель, все видели мощь, что да. Это не просто... Так, по охлаждению что здесь вообще? Это масляный радиатор, охлаждение двигателя. Ага. Двигатель поставлен. А на коробку есть? На коробку нету, как бы коробка очень вся переделана, там полумерседес.
Стоит мост также с Краслера, редуктор стоит наш, что ни Чайковский, ни Газыревский, ничего не удерживает, максимум 2 недели. Подарили мне редуктор. Очень крепкий, 2 года уже как бы полирезины. Ну вот, отлично. Вот такой тебе, да, вот вопрос. Почему именно Волга? Почему именно Волга? Я вообще ее покупал. То, что представитель класс, она безопасная, там, во-первых. Я не хотел, мне сколько предлагали, 14. Я не захотел. Волга — это крепкая машина, безопасная. 2 раза была в аварии. Ну, слабых. Ну, как бы им больше доставалось, чем... Ну, не знаю, мне просторная машина, очень удобная. Так, по дискам, что здесь по резине вообще? Диски постоянно меняются, резина постоянно меняется, потому что это... Заказал проставки через ВК у ребят. Все трется вообще там. Да, тут вообще все печально. Подвеску еще переднюю еще не делал. Будут установлены двойные пружины специальные. Стоит проставка 5,5 сантиметров заказов. Ну, чтобы они... Да, выворот будет больше, лучше, на что все упирается. Ну, знаешь что, по внешнему виду, да, ее чуть доработать. Да, потому что она чуть-чуть вот... Мотор, все, она технически, походу, вообще валит хорошо, ну а так внешний вид... Не, внешность, да, тоже будет со временем. Да, это я буду под японский стиль буду делать. Ага. Салон абсолютно весь пустой, все выкидывалось, все нафиг. Ага. Подарили мне сиденье от Subaru Impreza. Очень удобное, как бы. Для меня это очень. Кто бы мне подарил бы? Ну, были такие ребята, ну, подарили. Нормально. Так, коробка тоже менялась, пятая по счету коробка, пятый мост стоит по счету, очень. Ну сейчас стоит, короче, все настроено, все нормально, все удерживает. В общем, короче, ты доволен всем на данный момент? Ну, в принципе, и, да. И сколько там сил примерно, давай вот вперед? Ну, грубо говоря, еще не ездили, но минимум около 250, это 100%. Ага. Ну, прям вообще боевая. Слушай, ну интересный проект вообще. Это как бы не проект, это была обычная машина. И все потихоньку начиналось. Показали, интересно, заинтересовался. Так, сколько там наши две чисто? Ну сейчас где-то 250 по-любому, наш еще не замерзло. Сейчас еще нагнетатель мы поставили, потому что нахуй. Ну вот если нагнетатель будет, сколько будет? Ну да, еще рассчитан по 350. Сволок выдержит вообще? 100%. Это 9-шный мотор, 209-й, он хороший, но он слаб. Я сколько раз не остановился, на третьей передаче все уходят. На подвеске, то что у тебя выворот есть, и единственный момент, почему сзади у тебя это специально для экстремального пассажира, да? Ну да, просто как бы... Да, после... ну у нас уже есть пассажир. Ну да, пассажир. Пассажир же не снимаем уже, и почему... И аккумулятор сзади. Аккумулятор, да, потому что бывает ДТП, как бы... Бывает, ну всякое производит, проводка замыкает, меня тоже проводка замыкала, и раз... То есть в багажнике там ничего нет? Почему? Это нормально. Это нормально для такого двигателя. Да. Бывает, на соревновании едем, вот Чегим было соревнование, мы убрали с собой 14 колес. Потому что не знаем, насколько хватит и что-то там. Ну, вообще, да, их там. И на сколько хватает хоть? Примерно. Ну, пару колес, на 5, на 10. Смотри, как жить. Да. Все наливают масло. На сухом асфальте сухая резина, абсолютно нормально дымит. Давай посмотрим, как она здесь крутится, интересно. По салону тут вон впереди. Все, короче, экшен. Да, достойный аппарат. В итоге сколько вот вышло вот по деньгам вместе с машиной примерно? Ну,
машина... Не учитывая, там много чего дорабатывает, понятно. Да, это каждая мелочевка, как бы денежка стоит, конечно. Машина покупал за 60 тысяч, потом... Уже резина. Ну, резина это да. Расходный материал как бы идет. Как бы по-разному, видишь. Ну, там, ну, больше 100 тысяч, по-любому. Это, знаешь, мне как-то вкладывают там 50, там, ой, не 50, там, 300 тысяч, ну, а толк? Тут есть, я вложил экономное, и прет, и как бы нормально. Хорошо, я вот такой, как это говорят? Бюджетный вариант. На выставке, который такой, чисто для приехать, показать. Burnout. Да. Как бы. Блин, ну шикарно, спасибо. Спасибо, что у нас есть такие достойные Волги. У нас вообще. Ну, в принципе, она одна. В принципе, ну, я же тебе говорю, здесь... Вот, пацаны вообще переворачивают.